Ауру я обожаю. Это восхитительный аромат, но не все ее любят. Это такой зеленый аромат, волшебный. Это сердце Аватара для меня. Помнишь, я тебе рассказывала, да? Ты Аватар смотрела кино? Я тоже смотрела в кинотеатре, когда он только вышел. Супер. Он на меня такое впечатление неискладчимое произвел. И вот этот флакон, он точно из того фильма. Натухать тебя. Хочешь? Закрой глазки. Давай. Боже. Восхитительный аромат. Но его, конечно же, надо тестить. У меня вот уже. Люблю его. Итак, хочу накраситься. Кофе хочешь? Нет, я тоже не хочу. Что-то опилась кофе сейчас утро. Я пока не хочу. Подстриглась коротковато, конечно, но мне что, к 8 марта отрастет. Так, сегодня у нас уже февраль. Да, так быстро зима прошла. Я вот эту челку уберу сюда, здесь мне уже теперь ничего убирать не надо. В конце видео я расчешусь, может, что-нибудь сделаю с пудрой на голове, не знаю, вот тут вот посмотрим. Итак, хочу накраситься, хочу с тобой пообщаться, да, да. Dior Forever Skin Color, Skin Correct. Сегодня будем не с глаз краситься, буду. Сегодня с кожи хочу начать. Влажный спонжик. Новенький. Да, это уже второй. Тут я ногтями сама порвала. Виновата, мыла неаккуратно. Люблю тебя. Он буквально вообще не ложится на нее. Он прекрасно крепится к лицу. Без баз, без любой базы. Это база для чего угодно, только не для вот такого крема. А, да, для, не для Estée Lauder. Она всю красоту свою теряет. Короче, я ее вообще убрала из косметички пока. Потому что пока я кроме Estée Lauder ничем не пользуюсь, вот и все. А для нее база не нужна. Ничего.
попробовала, что такое база анализа и вообще нужна ли она всегда или нет. Мне нет. Сейчас, Маслютка, как у тебя дела? Все хорошо. Я рада. У меня тоже все хорошо. Неплохо. Нормально. Сегодня 1 февраля. Поздравляю тебя с началом третьего месяца зимы. Не знаю, как у тебя там зима. Расскажи, у нас зимы нету до сих пор. В субботу. Сегодня что, 1 февраля, у нас вторник, да. В субботу. Января. К началу февраля снег выпадет. Хоть чуть-чуть у нас зима побудет. Ну, пока мы сидели там, кушали, уже к вечеру снег перестал и начал таять. Вот так. Да. И уже растаял сегодня вторник. Снега нет, сухо, тепло. Но это очень странно, конечно, мне это не нравится. Так, берем осциллатор 1W2. У меня тон вот этот W, это, по-моему, желтый подтон. Да, на руку делаю. Теперь я надеюсь, что в феврале хотя бы снег будет, не знаю. Потому что это совсем уж что-то ненормально. У меня здесь это духи везде. Так. А ты что делала в выходные? Ходили куда-нибудь гулять? Ходила. Молодец. Правильно. Ну все, воскресенье мы, конечно, потом дома посидели. Охота иногда тоже дома-то побыть. Иногда. Потому что прошлые выходные мы тоже мотылялись. Хочу сегодня подольше разнести тоналку. Сегодня я открыла ухо. Тогда стилодер наконец-то начала это говорить. Сегодня 1 число, я так посмотреть хочу. С 1 февраля начала, да, посмотрим, умылась. Ну, пенкой с утра, сейчас утро. А потом сделала тоник. Отдела утро. После тоника. Мне кажется, это по желанию нужно, не знаю. В общем, просто у меня так. И потом нанесла там увлажняющий крем. Типа, ну, он, по-моему, и дневной, наверное, но... А я его буду использовать как дневной, скорее всего. Но если мне сыворотки не будет хватать на ночь, говорят, что ее многим хватает. Я ее пробовала, да, она такая... впитывается, но не на сухо в лицо. Давно пробовала, да, несколько раз. Вот. Теперь пощила я станок сегодня. Ты пишешь, да?
И хорошо ложится. Вот, видишь, какой финиш у этого крема. А когда я его делала на основу под макияж, лицо сушит, а вот такого финиша сияющего нет. Короче, не понравилось мне, херня полная. Извиняюсь за мой французский. Если ты первый раз смотришь меня, я могу материться. Но я сегодня не собираюсь материться. Сегодня я спокойно хочу просто покраситься. Так, ко мне кто-то стучит. Подожди. Я не ошиблась, это ко мне долбился в дверь курьер. Привычки, ну так как она всю жизнь здесь пришла с нами, мой адрес указал. Это уже не первая посылка, которая ко мне так приходит. Здесь, давай посмотрим, ой, нет, здесь скотчем заскочевано. Ну вот это вот книга Фимельбух. Спокойной ночи, она уже несколько таких покупала. Это, короче, суперские книги, ладно. Дорогущие, по-моему, с России заказывают. В общем, вот. Постучу чуть-чуть. Люблю тебя. Так, я их вот сюда вот уберу сейчас, моя сладка. Угу. После них надо мне руки вытереть, да. Куда я знаю, где они валялись, эти книги. Фу, какие вонючие салфетки, жуть. Просто жуть. Такую, наверное, физиономию скорчила. Ладно. Не люблю, когда меня так прерывают, но что поделать. Он уже приезжал один раз, я тоже снимала видео. И я не... А, он давил на звонок, а у меня звонок. Только кнопка звонка нет, ну, короче. И он ушел. Тогда я его не слышала. А сегодня он наконец-то Приступим, да, к макияжику. Вот все, я растерялась. Теперь что? Он пришел. Так, брови будем делать. Я что хотела? Брови же, брови, да. Или я хотела сначала лицо делать. Видишь, как? Когда тебе сбивают мысли. Бронзер, маг. Он светящийся. Он так уж не блестит на лице, мне кажется. Ну, он блестит, конечно, но я люблю блестящее лицо. Но это не хайлайтер, да, это такой бронзер. Тут вообще написано skin finish. В общем, книжки пришли, мишки пришли, книжки, да. Так, ты же кисточка румяна. Мак? Такие светленькие. Потом я вот так делаю. Mm-hmm.
кольцо, вот такое вот видишь, штанавки. А я очень сильно удивилась, я же не один раз, по-моему, раз это два или три макияжа я делала с этим праймером. Нафиг я купила его. В жизни не покупала и не собираюсь. Для чего? Что у меня в голове было, не знаю. Когда я... Но я не покупала, мне же подарили. Но я говорила купить мне вот эту штуку. Господи. Оно еще дорогое, это смешбок все. Я его вряд ли буду использовать. Мне понравилось. Январь кончился, мне почему-то легче стало. Вот сегодня первый день февраля. Но сегодня я выложу каталог. Третьего будет завтра. 2 февраля в среду. Да, ты его смотришь в среду. Да? Снимаю я его во вторник. Ёшкин кот что-то тут у меня. Единственное, говорю, я рада, что кончился январь. Наверное, из-за того, что вот это после Нового года у нас тут сразу после Нового года как началось. Мне кажется, до сих пор не... это все люди вспоминают. Это нормально. Я вчера в парикмахерскую ходила, но вот подстригаться. Мы виделись только до Нового года. И там же я всех девочек знаю. На ногти я в другое место ложу. Красота даже. Пока же чистила этот раз. Что-то устала. Такие когти уже были. В следующий раз не буду убирать длину. Ну, в общем, пошла. И только там все разговоры про вот это все барахло. Короче... И его последствия, они до сих пор мне на моем здоровье, так сказалось, физическом, да? Мне кажется, и на психологическом тоже. Нет, ну, на физическом в большей мере, да, я стала как бы плохо себя чувствовать. Потому что все, что... Все болезни же от нервов. Ну, вообще, с этой стороны ничего не видно. Я сегодня села на другой диван. У меня 2 дивана, мебель и 1 кресло, такой комплект. И тут света наватно. Мне на нем удобнее, он маленький такой. Один маленький диван, один большой, и 1 кресло такой. Все хочу постучать, пооткрывать, позакрывать, как было. Красивые баночки.
Ну-ка. Да, так видно. В камеру вообще все плохо видно. Ага. Герлин, надо заканчивать компакт. Я тоже не хочу. Хочу мечеточки. Хочу мечеточки для них. Так. Если не медлительно, не хочу торопиться. Нет никакого желания торопиться. И некуда мне торопиться. Вчера я весь день провела для себя. Сюда. Опять лекарство собрала. Заказ частично по второму каталогу пришел. Там пришел вот каталог, который я снимаю и выложу во вторник. Вот. И праймер пришел. Под тушь, которую я люблю. А основной заказ, там три тупика, они ушли в автозаказ как-то автоматически, в общем, не знаю. Прошлый заказ я долго ждала, больше месяца из этих тупиков. А этот заказ я еще тупики заказывала. Ну и вот каталог там был в заказе. И как-то раз оно так мне все оформилось, что каталог быстро пришел, а это 8-го придет, когда, ну, не месяц ждать. Чуть-чуть. Худа бьюти хочу накрасить. Так. У нее же буду смотреться. Думаю. Чипай думать будет. Я знаю, какую я хочу блестяшку взять. Че я еще хочу? Сейчас посмотрим. Да, все. Все понятно. Опять розовый. И я не удивляюсь, потому что она называется розовый кварц. Вот еще она задумана, скорее всего, так и было. И вот сюда во внутренний уголок. Вот так не фигачу. Так.
раз я еле-еле накрасилась для меня. Последний макияж в январе. А мне кто-то написал, ничего себе, типа яркий какой макияж. Я-то пишет, говорит, вообще не крашусь. Но вам идет макияж очень яркий. Ладно, девчонки, яркий так яркий. Мне так коричневый. Я вот этот возьму, это коричневый. Он темный такой. Почти черный, кажется, но это коричневый. Чуть-чуть затемнил вот тут. Так. Ну уж как есть, так есть, да? Угу. Так, сейчас чистенькую кисточку возьмем. Возьмем, я возьму, да. Где она? Это не та. Вот она. Так, что я тут нарисовала? Кстати, чуть надо вот так-то. Угу. Вот эту темноту растушевать таким, как розово лиловым. В камеру оно вообще ничего не видно, конечно. Ладно. В общем, потом будет все видно. И вот сюда. Этой же кисточкой. Вот такой светленький, светленький розовый. Такое. Меловой какой-то, мне кажется, даже. Такой очень нежный розовый. Я в субботу красилась, когда мы в ресторанчик собирались. Я засекла. Я 25-30 минут делаю полный макияж. Когда ни с кем не общаюсь. Вот его видно, да, на камере? Хоть я одна крашусь, хоть мы вместе, да? Так. Это промежуточный вариант. Так. Я вот думаю, что на сухое веко у меня вообще не ляжет. Сияшка сейчас возьму. Она мне нравится, да. А для лица не нравится, да. И чуть-чуть вот сюда наношу посередине. И сюда внутренний уголок. Вот так. Формула супер. Так, теперь второй.
Ой. Духи хорошие, да? Нравится тебе? Смотри. Это просто великолепие, супер. Смотрится вот так в палетке, не поймешь чего, да? Вот так вот. Такая красота. Там Фаберлик в третьем году. Типа весенняя коллекция. Я уже и обзоры насмотрелась. Эти тени на фотке выглядят кисточку рню. Но фотографии так выглядят в жизни по-другому. Я уже и макияжи посмотрела. Короче, жуть. Не знаю. Я не буду покупать ничего такого. Но там вышли карандаши. И план покупок заодно. Как-то вот так, да? Как-то вот так. Что-то вот тут мне не нравится. Как плешиво, что ли, получилось. Ну ладно. Этот цвет вообще в жизни. Какой он красивый. Мало сияния. Мало. Да. Её пальчиком. Так вот, нижнее веко оформляю.
А где у меня кисть для пудры? Сейчас. На блестяшке он так уже не ложится, так и сделал. Ага. Так, давай второй глаз. А это что такое? Пойду кофе налью. Ну что, я подождала. Кофе нам с тобой налила. Будешь кофе без молока? Тише крышечку. Смотри какой. Твой. Кусись. Ну, давай кофе. Да, тоже, конечно, есть. У меня две такие кружки. Будем с одинаковыми. А, короче. Так, я уже второй раз теряю, что я хотела сделать с макияжем. То книжки привезли, то сверлить начинают. Так, вспомнила. Ну что, тебе не скучно со мной, нет? Давай дальше попробуем. Что-нибудь навалять там. Пей кофе. Так, я хочу... Ой-ой-ой, что тут я делала? Уголок сделать блестяшку, чтобы она держалась. Цвета. Это коричневого вот этого цвета. Вот так я и ткнула, наверное, в коробку, когда делала. Вот так хочу. Вот сюда.
Ни разу ими макияж еще не делала. Хочу феврале снимать макияж часто. И буду через день, дай бог. Январь вообще какой-то у меня месяц был, не знаю, черти че, блин. Люблю, конечно. Тебя больше всех люблю. Сейчас бабушка стукнет. Не буду выключать все уже. Я уже не могу больше выключать видео и ждать. Ой, так, короче говоря. Все, красить надо ресницы. Что-то мне все вот эти вот сегодня. Это... Ну что тут удивляться, скажу тебе всю жизнь тогда. Долбят. То дверями, то ремонтами. Короче, подправить надо вот здесь вот все. Тени сейчас запались, я вот так раз. Сейчас стукнет. Чего-то там копошат замками. И вот еще вот этот вот праймер для лица, он мне жевал жутко, конечно, и только с ним получались глаза, нижние веки, такие морщины, кого-то вот тут у меня прям жутко. Мышц сейчас такого же не видно. Он очень, короче, сушил, по-моему, нельзя, я не знаю. Может, его нельзя на эти места носить, я не знаю. И, короче, не понравилось мне эта фигня. Так-то посветлее сделала под глазами. Так, мой сладенька, давай, я нос, давай. Люблю тебя, пусть все у тебя будет хорошо, ладно?
Лайнер залипает навсегда на блестяшках. Поэтому один глаз нарисуешь. Супер, неудавый, да, макияж? По карандашу пройти, чтобы его ярче. Ладно, что получилось, что получилось. Это состояние ненормальное, вроде бы, но все хорошо. Не знаю, какие-то в голову лезет какая-то херня, блин. Господи, я бы тоже сходила, помолилась, потом легла, лежу, думаю, да что такое? Не знаю, какой-то стресс, что ли, у меня, не знаю. Все хорошо, как-то себя чувствую, как-то, мне кажется, у меня даже болит все как-то, то там заболит, то здесь, это точно не просто какой-то. Ой, потом легла, сама себя успокаивала. Что ты, телевизор посмотрела? Чуть-чуть, я редко же телевизор посмотрю. Как-то немножко отвлеклась, если честно, даже не помню, что я смотрела. И легла на бок, уснула. Господи, сегодня утром встала нормально. Не знаю. Да у нас погода еще. То вот солнце с утра, сейчас туман дикий. То опять солнце было. То есть сюда вот это скачет. А я очень метеозависима, а ты напиши. Я сильно метеозависима. Но это с возрастом такое, конечно. У меня раньше такого не было. Я вот эти все дожди, снега, пасмурность, вот это вот такое вот портится, когда погода, я все чувствую.
недомогание и так далее, это тоже нет, значит. Все хорошо, у тебя будет. Давай, люблю тебя. За тебя. Ай, тепленькая, люблю такой кофе тепленький, когда он тоже фаберлик. Как всегда, да. Маленько мы. Давай, реснички аккуратно. Ты чего к моему приезду так нарядилась? Да я шучу. Ой, ну вот, как всегда. Ну, единственное, когда я буду ругаться, я не буду писать, на что это релакс.
Лик жесткие карандаши уже не разговаривал. Лично он для моих губ это вообще очень такое ощущение, что они царапают губы. Не знаю. Или я такая, мне не нравится такое. Может, карандаш для губ должен. Еще иногда попадаются какие-то песчинки, типа того. Кусочки царапучие, короче. Не нравится, не куплю. Да я, в принципе, это ими редко пользуюсь. Так. Тебе уже показывала, да? Тут позиционируется она как матовая, но я же вот ее носила вельвет крем. Она вельветовая, да? Она не... Не матовая, алматинная, не глянцевая. Она такая какая-то кремовая, вельветовая, финиш у нее. Цвет супер. Прошлый макияж мы с тобой красили. Ив Сен Лоран, супер. Ягодка. Как раз к топу к моему цвету. Хорошо, если ты ничего не видишь, да? Прости. Ладно. Сейчас покажу еще. Цвет супер. Конечно, это темный красный он. Точно. Ягодная жена. Он не такой красный, как у тебя. Это ты видишь? Он вот такой. Маленькие дырочки, смотри, какие. Просто руками вот так чуть-чуть, чик-чик-чик-чик-чик-чик. Она уже туда высыпается. Чуть-чуть, ее не надо много. Вот. Вот корни. Чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик. Она высыпается, да, потом вот так вот ты когда делаешь, чувствуешь в волосах, там она какой-то такой, как не как крахмал, она чувствуется по-другому. Объем 100%. Делаешь неприятно голове, как-то вот как будто перебор.
Скажи, кто бы говорил о переборе, да? Я ж чуть-чуть вот так. Сейчас дальше покажу, что надо делать. Сейчас еще наверху. Мы не до конца вот здесь вот просыпали. Дальше тик-тик-тик-тик. Пониже чуть-чуть. Ну, как попало, короче. Лишь бы вот сыпать надо, где ты хочешь себе объем создать. Я, например, люблю вот, чтобы затылок был объемный. Вот здесь вот чуть-чуть. Ну-ка, сейчас посмотрим. Это надо смотреть, ее же надо вот распределить еще. Даже расческой я не пользуюсь, честно, смотри. Видишь? Я люблю такой бардак на голове, ты любишь? Если да, то это для тебя средство. Ну, если иногда хочешь такое, смотри, смотри, какой он объем делает. У меня были вообще просто чистые волосы, посушенные феном. Вот, ни лака, ни пенки, ничего не надо, видишь? Где мало, там оно не будет стоять, конечно. Так, ну вот, приблизительно вот так. Тут уже достаточно, тут сыпать не надо. Тут только укладывать. Ну-ка, сейчас, подожди, я же еще расческу взяла. Вот это вот сюда, если... А вот это сюда, а потом спинить. Вот. Пальчиками чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Все, моя сладкая. По-моему, все. Я не знаю, что там у меня сзади. Остальное все вот это мне подними. Ну, получается, так она мне сидела. Но я попросила вот здесь вот не делать сильно коротко. Вот. Так, смотри, совсем другой вид. Да? Да. Вот. Челочка гладенькая. Ой, на руках так неприятно. Она ощущается не липкая, нет. Как какой-то, не знаю, как объяснить. Ладно, моя сладкая. Вытрать, пока я не перевернула. Это я такая. Кофе допила. Я тоже. Я пожелаю тебе спокойной ночи. Да? Моя сладкая, моя красивая, моя хорошая. Люблю тебя. Пусть все у тебя будет хорошо. Желаю тебе спокойной ночи. Сегодня моя куколка. Куколка моя хорошая. Да? Это важно очень-то. Люблю тебя, мой куколка. Приходи ко мне в гости почаще. Люблю тебя, люблю тебя. Обнимаю, целую. Люблю тебя. Спокойной ночи. Спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной ночи. Пока. Мы с тобой еще и прическу делали там вместе. Пудра для волос, да. Только пудра.
так получилось. Mm-hmm.